Группа А. Первое задание. 1А. В течение 6 минут установить одноповторный максимум в приседании со штангой над головой. 2 минуты отдых. 1Б. Выполнить максимум повторений в течение 6 минут. 40 двойных прыжков через скакалку. 8 подъемов штанги 90 кг мужчины, 55 кг женщины на грудь в стойку. 5 выходов силы на турнике. Приседания со штангой над головой. При выполнении приседаний необходимо в нижней точке опускаться в полный сет, при котором ось вращения тазобедренных суставов ниже оси вращения коленных суставов. В верхней точке необходимо полностью распрямляться в тазу и коленях. Не засчитывается движение, при котором в нижней точке движения бедра не опускаются ниже параллели или ось тазобедренных суставов не опускается ниже оси коленных суставов. Не засчитывается движение, при котором верхние точки коленей не распрямляются. Не засчитывается движение, при котором верхние точки таз не распрямляется. Двойные прыжки через скакалку. При выполнении двойных прыжков за один прыжок скакалка должна совершить 2 оборота под ногами. Не засчитывается движение, при котором скакалка не совершает 2 оборота за один прыжок. Подъем штанги на грудь в стойку. Штанга поднимается с пола одним непрерывным движением. При приеме штанги на грудь ось тазобедренных суставов должна оставаться выше оси коленных суставов. В конечной точке движения необходимо продемонстрировать контроль над штангой на груди. Таз и колени распрямлены. При этом ноги должны располагаться на одной линии во фронтальной плоскости. Допускается подъем штанги на грудь в разножку, а также ножницы. Не засчитывается движение, при котором атлет не демонстрирует контроль над штангой на груди при полном распрямлении в тазу и коленях. Не засчитывается движение, при котором в верхней точке движения ноги атлета не находятся на одной линии во фронтальной плоскости. Не засчитывается движение, при котором при приеме штанги на грудь ось вращения тазобедренных суставов опускается ниже оси вращения коленных суставов. Выход силы в упор на турнике. В исходном положении атлет должен выполнить вис на перекладине на полностью распрямленных в локтях и плечах руках. В конечном положении атлет должен зафиксироваться в упоре на перекладине на полностью распрямленных в локтях руках. Допускается выполнение подъема строгим стилем, киппингом, одновременно на одну или две руки. Не засчитывается движение, при котором в положении виса на турнике атлет не распрямлен в локтях или плечах. Не засчитывается движение, при котором в положении упора на турнике атлет отрывает ладони от перекладины.